Авторы идеи и продюсеры Винсан Шальвон де Версе и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Берри и Паскаль Жарден. Totally Spice. Международная космическая организация Т-10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зажигание. А? Компьютеры работают неправильно. А! Помогите! Что? Ракета меня не слушается. А! Нет! Помогите! 101 балл по физике. Это много? Автор сценария Ронда Смайли. Вилла в Беверли-Хиллз. 16 часов 45 минут. 1, 2, 3! Неужели это все наше? Круто, что родители разрешают нам жить вместе, пока сами в Европе. Мега круто! Кстати, о крутизне. Этот район просто потрясный. Да, могу спорить, что рядом живут поп-звезды. И кинозвезды. Или еще лучше модные дизайнеры. Мы отлично проведем время вместе. Подруги навеки! А, видели бы вы, какая здесь ванная красота! Смотрите, какой бассейн и джакузи! О, смотрите, какой здесь потрясающий вид! Шик! Обалдеть! Я первая сказала! И не надейтесь, эта комната нужна мне для моей драгоценной коллекции дизайнерской одежды. Эта комната так и кричит Клоэр! Извини, Клоэр, здесь будет мой стол и библиотека, а не гардеробная. Это место мне необходимо для занятий тэквондо! Никаких кия, моей одежде нужно место, точка. А я больше вас всех делаю уроки. Ну, хватит. Мы решим этот вопрос как цивилизованные подруги с помощью жребия. Алекс, тяни. Кловер. Есть. Кловер. Девочки, можете заходить ко мне, когда захотите. Ну что ж, жребий есть жребий. Минуточку. Цивилизованные подруги, значит? На всех бумажках написано Кловер. Не только у тебя есть одежда. Да, Кловер, ты не одна делаешь уроки. У меня тоже есть одежда, и я тоже делаю уроки и занимаюсь тэквондо. Я понимаю, ваш интеллектуальный спор очень важен, но в Международной космической организации происходит что-то странное. Ух ты! Привет, Джер! Добро пожаловать в 21 век! Да, потрясающий ремонт! Ваш кабинет теперь действительно выглядит круто! Я очень рад. Да, вот если бы он еще так же одевался... Если все восторги высказаны, то не считая ваших новых реактивных рюкзаков модели 7.09 и поясов Баджи... Немедленно отпустите меня! Кто это сказал? Никто. А что? Главная локальная автоматическая дистрибутивная информационная система, или сокращенно Глэдис. Глэдис? О да, это моя компьютеризированная помощница. Я создал ее сам. Это он так думает. Зачем вам помощница? Мы делаем всю работу. Уверяю вас, я загружен работой круглые сутки. Это действительно круто, Джерри. Спасибо. А? Предупреждаю, у Глэдис начинает вырабатываться собственное сознание. У машин нет сознания, Джерри. Они не способны мыслить, чувствовать, быть агрессивными. В выполнении этого задания, Алекс, тебе будут помогать биолабораторные часы. Сэм, ты получишь туннельный лазерный фен для укладки волос серии 9000. Кловер, ты получаешь звуковой дезинтегратор типа магнитофон. Джер, ваша Глэдис, кажется, что-то напутала.
Я сказал, звуковой дезинтегратор типа магнитофон, Глэдис. Неверно. Не спорь со мной. Я тебя собрал, я тебя и разберу. Дважды неверно. Я сама подключила себя к главному компьютеру. Ух ты! Она, то есть оно, имеет собственное мнение. А, Глэдис все знает. В вашем распоряжении будет также сверхмощное устройство слежения в виде шарика из жеванной бумаги. Приводить в действие следящий механизм будет ваша слюна, но работать он может всего один час, так что действовать придется быстро. Плюс механизм оставляет во рту неприятный привкус, а я не хочу слышать никаких «если» и «или но». Наконец, я надеюсь, вы оцените мое последнее изобретение. Не может быть! Может. Это же здорово! Только что сюда прилетела, а мне это задание уже совсем не нравится. Спасите! Помогите! Помогите! Не знаю, что это за силовое поле, но оно всех выбрасывает. Подтверждаю, мои органы управления не действуют. Задний ход! Totally Spice. Ясно, это не помогло. Придется перейти в турборежим, чтобы освободить шаттл. Давай! Мы так рисковали, а силовое поле исчезло почти само собой. Не спеши! Спасибо, девочки. О, спасибо! Спасибо! Что? Это удивительно. Большое спасибо. Кто-то украл наш самозапускающийся спутник. Кажется, нас нарочно отвлекли. И притом не оставили никаких улик. Придется ждать, когда Джерри сделает анализ образцов, которые мы собрали. Беверли-Хиллз, школа, 12 часов 28 минут. Потрясающие бумажные ножницы. Ты опять обманешь? Как можно обмануть бумажными ножницами? Ты придумаешь. Что вы предлагаете? Я предлагаю сосредоточиться на задании. Как ты можешь думать о задании, если я переживаю личный кризис? А? Чтобы носить такую отвратительную одежду, нужно особое разрешение. Не надо так расстраиваться, все еще можно исправить. Что вы собирались? Джерри! Надеюсь, вы не были заняты чем-то очень важным. Мы принимали самое важное решение в жизни. Ничего, это подождет. Образцы, которые вы доставили, это антигравитационный состав, над которым Международная космическая организация работала в 80-е. И вы хотели сообщить только это? И к спорах, Джерри. Сейчас мы нажмем кнопку и улетим. Подожди, я об этом читала. Исследования прекратились, когда астронавт, занимавшийся этой программой, не вернулся с задания. Именно. И никто не смог расшифровать его формулу. Создание экспороха все же возможно. Могу я получить состав? Я хочу над ним поработать. Тревога в 4-м секторе, Джерри. Еще одно ограбление в лаборатории систем наведения. Смотрите, все эти коды. Это же лазерная точность. Тот, кто это сделал, сумел обмануть систему датчиков движения.
Как это может быть? Когда узнаете, сообщите мне. Стойте! Мы так и не выяснили, кому достанется большая комната. Это просто. Лаборатория реактивных систем наведения. 15 часов 53 минуты. Внезапное нападение невозможно. Одно ложное движение нас обнаружат. Как же прошли воры? Сейчас не время прихорашиваться, Кловер. Во-первых, прихорашиваться надо всегда. Во-вторых, мы с помощью зеркала отразим лучи и освободим путь. Вот. Блестящая идея. Нет, идея плохая. Не может быть, меня подвело мое зеркало. Спокойно, есть идея. Можно сделать что-нибудь в этом роде? Совершеннейшее дежавю. Что? Именно так вор прошел мимо лучей, он пролетел над ними. Ха, сейчас он не летит. Не шути с гравитацией, приятель. Давай. Кажется, я расшифровала формулу. Возможно, я сумею изменить полярность. Алекс! Сзади! Я тебя поймала! Нет, это нас поймали! Я же говорила, надо заниматься плаванием! Не волнуйся, у нас все получится! Так, прическу можно считать испорченной! Totally Spice. Ну, Сэмми, когда будет готова твоя формула обратной популярности? Полярности? Ну что ж, переходим к запасному плану. Рогатка! Знала, что все будет так ужасно, я бы действовала по-другому. Жаль, мы его упустили. Глупости. Я попала в него комком жеванной бумаги. Ах, вот он. Он рядом с нами. Да, а второй комок я проглотила. Ты вносишь помехи. Я не могу отслеживать сразу два сигнала. Что ты предлагаешь? Попробуй съесть булочку с трубями. Эй, а Джерри был прав. Бумага действует недолго. Отлично, мы можем сосредоточиться. Ой. Он где-то там. Мы его найдем. Неужели это так сложно? Не сложнее тригонометрии. Сейчас в магазине распродажа. Зачем кому-то понадобилось переносить сюда спутник и систему наведения? Наверное, это очень важно. Например, для улучшения качества приема или увеличения числа каналов. Девочки, наверное, он не просто недовольный потребитель. Смотрите, это здесь неспроста. Вот это да! Ха, отлично. Ты и Сэм оставайтесь здесь, а я вернусь домой и займу комнату. Ха-ха. А, ну и прическа. Неудивительно, что он под землей прячется. Так, так, так. Астронавт майор Снелл, возглавляющий антигравитационную программу... Исчез во время выполнения задания. Больше его никогда не видели. Так, так, так.
Меня не остановите. Скоро весь мир узнает, что я вытерпел, когда меня бросили в космосе. Но вы же вернулись. Все в порядке. Мне, между прочим, помогала держаться мысль о мести. Сдавайтесь, майор Кретин. Нас здесь сейчас трое, а вы один. Браво, Кловер! Зачем ты его дразнила антигравитационным устройством? Опомнитесь, что вы делаете! Уже опомнился! Я был один 20 лет! 20 лет! В невесомости! Это кошмар! Мы понимаем! Невесомость, беспомощность! Придумайте что-нибудь новенькое! Вот такое отношение и сделало меня злым! Вы предлагаете программу призовых миль? Они вам не понадобятся, потому что вы не вернетесь! Этот самозапускающийся спутник отправит мою антигравитационную машину на околоземную орбиту. Она подвергнет все население Земли антигравитации. Ха-ха. Счастливой невесомости! Ха-ха-ха. Totally Spice. По часовой стрелке! Дотянуться! Сэм! Как нам остановить спутник? Здесь должен быть какой-то компьютер. В него заложена программа доставки. Нам надо ее изменить. Да, ваша задача как следует достать майора Зануду. Остальное я беру на себя. Без гравитации моя прическа будет ужасно выглядеть, а это недопустимо. Не знаю, Глэдис. Это выглядит сказочно. Помогите! Помогите! Лови его! Скорее! Кадет, мне тоже нужна тренировка. Я тебя ждал. Антигравитация — это круто. Ладно. Месть теми хороша, что людям она нравится. Почувствуйте вкус поражения, майор неудачник. Прощайте. Счастливого пути. Ой, короткого путешествия в космос мне вполне достаточно.
один балл по физике. Гравитация. Оп. Хочется поскорее сказать всезнающей Глэдис, что лазерная пилочка для ногтей мне так не понадобилась. Я сломала ноготь. Вы уверены? Ты ее заслужила. Ты спасла нас и весь мир. Подруги навеки. Пора складывать вещи. Ура! Лучшая комната в Беверли-Хиллз. И я заслужила ее, как никто другой. Интересно, хорош ли вид из окна? Понятно. Девочки, это ведь нечестно, что лучшая комната досталась мне. Как хочется меняться. Девочки, девочки, марафон. Девочки. Итак, наши родители уехали и разрешили нам пожить вместе, пока они в отпуске. Круче и придумать ничего нельзя. Только вот Кловер Алекс, мои лучшие подруги во вселенной. А что, если мы не уживемся вместе? Что, если Алекс будет оставлять пустые пакеты из-под молока в холодильнике? Или Кловер выльет в стиральную машину сразу весь кондиционер для белья? Или кто оставил мокрые полотенца на полу? Ой, мне пора.